Итак, дорогие друзья, прошло чуть больше недели, как я прицепил арену к моим муравьям. И хоть были гневные возгласы, что загадят всю арену, мусор складывают в одну кучку, кватки, ватку положил, налил на нее воды, думал, что будет ее использовать как поилку, но они возле нее сложили мусор, и у них сейчас там чистота и порядок, то есть гуляют, ходят. Вот сами муравьи. Завтра хочу попробовать поймать кузнечика. Сейчас жарко, полно кузнечиков. Хочу поймать кузнечика, дать им кузнечиков. Меня сначала напугало еще вот такое вот дело, то что матка иногда просто ложится и лежит вот таким вот образом. Я думал, все, матке конец, но нет. Некоторое время лежит она, отдыхает, спит, похоже, потом встает и дальше продолжает заниматься своим делом, то есть следить за личинками и за всем остальным. Мак сложили они отдельно, в отдельную кучку, все у них чистота, порядок, везде все убрано, так что я поражен над муравьями, все у них прекрасно. Завтра, еще раз говорю, попробую поймать кузнечика, дать им лапку кузнечика, посмотреть, что будет с этим кузнечиком. Но это еще не все, это еще не все. Списался с одним человеком ВКонтакте, и он мне прислал матку Latius Niger, по-моему, называются. Ай-яй. По-моему, называется Latius Niger. Пришла она ко мне где-то недели полторы назад. Почему я сразу не стал снимать видео с ней? Потому что я думал, в принципе, что она не выживет. Но нет, выжила, потому что шла она почтой полторы недели. В общем, она добиралась. И сейчас уже у нее вот отложились личинки. Сейчас попробую фокусировать. Да, вон там уже у нее личиночки, и все нормально. Матку подкармливаю раствором сахара, вот, и даю ей сахарный сироп, то есть даю вечером, утром остатки аккуратно ватной палочкой вычищаю, то есть вот раз в 3 дня я матку подкармливаю. В общем, вот так вот, значит, появилась у меня вторая семья, будет развиваться муравьев, личиночки у нее уже были маленькие, сейчас уже крупные, сделаю фотографию, выложу в уголке, сверху сделаю фотографию личиночек, потому что камера плохо увеличивает, а вот фотоаппарат увеличит хорошо. Давайте немножко посмотрим на жизнь наших мессеров. Матка отдыхает. Мессеры занимаются своими делами. Таскают яйца. Thank you.
Mm-hmm.